Всем привет! У нас уже очень-очень давно не было видео из серии «Разговоры о пчелах», поэтому я сегодня решил исправить этот момент и поговорить с вами о сотах, без чего не может обойтись ни одна пчелиная семья, потому что в сотах они и выводят расплод, и хранят мед, и пергу, так что вся жизнь пчел связана непосредственно именно с этим восковым произведением пчеловодной, точнее не пчеловодной, пчелиной инженерной мысли. Конечно, мы сегодня разберем еще такие вопросы о том, как правильно хранить соты. Ну, не как правильно, допустим, скажем так, как я храню соты. Какие вообще вредители могут навредить пчелиному вот этому дому? Какое неправильное хранение может загубить огромные пчелиные усилия по воспроизводству и отстройке этих сот? Наверное, лучше сначала начать вообще, откуда берется, из чего состоят соты. Все соты, давайте я одну достану, сейчас какую-нибудь. Вот здесь откачанные, они состоят исключительно из воска. Воск этот выделяют сами пчелы. Из чего они выделяют? А выделяют они его из своих восковых желез. Этих желез, 8 штук, находятся они под брюшком. И имеют пятиугольную форму. Кстати, прошу не путать, потому что сота имеет шестигранную форму, а железа пятиугольную, и заключена она в хитиновую оболочку, которая напрочь вся испещрена порами, через которые пчелы выпаривают воск. Он затем затвердевает на воздухе, пчелы лапками его собирают, пережевывают и передают уже пчелам-строительницам для отстройки сот. Допустим, произошла какая-то ситуация, что либо сот оборвался, либо какой-то пчеловод организовал пустое пространство для пчел. В то место, если есть определенные условия, о которых я расскажу позже, стягивается большое количество пчел-строительниц, они свешиваются гирляндами вниз для определение вертикали, и начинают постепенно отстраивать соты. Сота состоит из огромного количества ячеек. Давайте я ее опять сейчас достану. То есть здесь этих ячеек просто бесчисленное множество в одной рамке. Эти ячейки имеют шестигранную форму, и они, кстати, расположены в соте не строго горизонтально, а немножечко под углом. То есть донышко ячейки находится ниже, чем входное отверстие. Это связано с тем, что пчелам нужно, чтобы нектар, он очень жидкий, когда они его приносят, не вытекал из сот, не вытекал из ячеек. Сама ячейка в виде донышка имеет три ромбика. То есть они скреплены между собой, эти три ромбика. Я не знаю, ну тут, конечно, будет не особо видно, но я думаю, если вы начнете заниматься пчелами, вы обязательно посмотрите, как это все выглядит. Как образуется вот эта вся пчелиная ячейка. Давайте я немножко пощеголяю цифрами. На постройку одной пчелиной ячейки у пчел уходит примерно 50 восковых пластиночек, вот таких вот пятигранных. На трутневую ячейку, соответственно, в полтора раза больше. Кстати, и вот тяжело себе, конечно, представить эту цифру, но в одном килограмме пчелиного воска содержится около 4 миллионов таких вот пятиугольных пластинок. То есть поэтому важно себе представлять, что этот воск очень ценен, как и для самого пчеловода, и в особенности для самих пчел, это является просто очень ценным и очень вымученным, скажем так, продуктом. Поэтому относиться с ним нужно бережно, хранить его правильно и пользоваться им рационально. В каком возрасте пчела начинает выделять воск? Ну, смотрите, примерно до 3-5 дней восковые железы у пчел слабо развиты, а ее восковая деятельность очень мало развита. Затем ко времени, когда молодая пчела уже становится кормилицей личинок и воспитательницей, она начинает сама усиленно потреблять и пергу, и мед, и тем самым ее восковые железы тоже очень сильно усиливают свою работу, и она приступает к отстройке сотов. Наибольшую активность восковые железы, так скажем, особо развиты в возрасте 18 дней у пчел. Раньше бытовало мнение, что со временем восковые железы полностью деградируют, и пчелы уже не способны отстраивать соты вообще в корне. Но потом, конечно, были произведены исследования. Старых трехмесячных пчел выводили из зимовки, стимулировали, и они прекрасно за неимением молодых пчел начинали отстраивать соты. Естественно, эти соты, старые пчелы тянут соты намного медленнее, чем молодые пчелы, но все равно это происходит. Поэтому представьте, если бы вы были старой пчелой, и у вас вдруг случилось что-то с гнездом, вам бы, наверное, было очень печально, поскольку вы видите, что гнезда нет, а воск вы выделять не можете. Поэтому все старые пчелы очень спокойно, они могут, восковые железы активируются, то есть начинают свою работу, как я уже сказал, уже не в полном объеме. Но в случае необходимости все могут отправиться на постройку сотов, и молодые пчелы, и старые.
важно понимать некоторые особенности. Что, например, в условиях сильного взятка, когда пчелам некуда складывать нектар, принесенный, когда матке некуда сеять, молодые пчелы начинают активно строить новые соты. Но если в гнезде нет места для постройки новых соток, то восковые пластиночки просто теряются. Они не используются. Поэтому для пчеловода крайне важно в условиях, допустим, того же самого обильного взятка, вовремя подставлять строительные надставки, подставлять голую вощину, чтобы активировать вот эту работу, чтобы не потерять ничего. Это очень полезно и для пчел, поскольку меняются старые соты, изношенные. Ну и для пчеловода, поскольку он может обновить свое рамочное хозяйство. Также крайне активно пчелы строят соты, когда они находятся в роевом состоянии. Точнее, не сами пчелы, а когда выходит рой. Так вот, рой просто в экстренном режиме готов к отстройке сотов, потому что в рое в среднем от 50 даже до 60% пчел это самые молодые пчелы, как раз таки те в возрасте до 18 дней, их восковые железы развиты очень активно. Летных пчел в рое очень мало, это самые старые пчелы, то есть их обычно буквально там 10%, и ну и остальные проценты это такие среднячки. Так что тоже это всегда надо учитывать при постановке вощины, потому что рой можно ставить фактически на голую вощину, и прекрасно он за несколько дней, вот бывали случаи у меня, например, буквально за 3 дня они отстраивают по 6 рамок. Все зависит, конечно, от силы роя и от количества в нем пчел. Но строить соты – это их любимое занятие после роения. А вот те пчелы, которые наоборот остаются в гнезде при входе в роевое состояние, они вообще полностью прекращают свою восковыделительную деятельность. Точнее, деятельность идет, но они ничего не строят. Они не оттягивают вощину, не строят соты никакие, ни пчелиные, ни трутневые, даже, ну, в общем, они сидят под крышкой. Ну, вообще о роевом состоянии, наверное, поговорим в другой раз. Сейчас речь идет о сотах. Так что всегда это важно помнить, что если вы подставляете вощину, или можно даже не подставлять не вощину, а просто голую рамку. Я потом расскажу вот о этих теориях и методах, как это все можно делать. То значит, ваши пчелы, возможно, вошли в роевое состояние. Почему возможно? Потому что признаков роевого состояния очень много, и это не единственный из них. И об этих признаках, как я уже сказал, мы поговорим в другом видео. Так, что еще здесь сказать? А, вот. Толщина нормального пчелиного сота расплодного колеблется в районах от 22 до 25 миллиметров. То есть в этих сотах пчелы матка откладывает яйца, выводятся личинки, потом появляются новые пчелы. А вот толщина медовых сотов, куда пчелы складывают свои запасы, она может быть абсолютно разной, доходить до 32 миллиметров и даже толще. То есть при обильном взятке можно просто, если у вас есть место, раздвигать соты, куда они расширять улочки, пчелы с двух сторон удлинят эти соты и сложат туда мед. То есть пчелиные соты будут на порядок толще медовые соты тех, в которых выводится расплод. Теперь давайте непосредственно перейдем уже к практической части. Потому что, признаюсь честно, когда я начал заниматься пчеловодством, я не знал даже этих элементарных вещей, о которых я сейчас вам расскажу. А вещи это следующие. Для того, чтобы организовать постройку сотов, вам понадобится. Вот я сейчас говорю о традиционном методе пчеловождения, то есть принятом сейчас в промышленном способе. Вам понадобится голая рамка и лист вощины. Вощину вы приобретаете просто в магазине, в пчеловодном любом. Сейчас массу можете заказать по почте, по интернету или еще где-то. Лист вощины выглядит вот так. Он приспособлен, он бывает разный. Бывает под рутовскую рамку, бывает под додановскую. Вот этот лист под додановскую 300-ю рамку, обыкновенную. Как крепится этот лист вощины к рамке? А очень просто. Я уже, наверное, показывал. Берется рамка, в ней продевается какое-то определенное количество рядов проволоки. Все зависит от пчеловода. Я продеваю 5, кто-то обходится и тремя. Но в среднем лучше всего держится на 5. Затем просто накладывается лист вощины, и либо каким-то электрическим наващивателем, либо каким-то другим, либо просто оцинкованным каким-нибудь катком. Просто, кто здесь? Ага. Просто прокатывается каточком по вощине вдоль проволочины, и она очень прекрасно скрепляется с рамкой. Ну что, с вощиной разобрались. В принципе, вощиной вообще можно не пользоваться. Есть такие пчеловоды-традиционники, которые не используют вощину. Я в следующем году тоже планирую в некоторых ульях посмотреть, как это вообще не использовать вощину. То есть соты будут отстраивать сами пчелы без всяких направляющих. Ну, проволока, естественно, в рамке будет натянута, чтобы откачивать мед было возможным, но без использования вощины.
Один из методов постройки сот без вощины заключается в следующем. Кстати, их несколько. Давайте сразу. Сначала самый простой. То есть это берется у вас сота направляющая, то есть сота вощина. Вы ставите в одну рамку вощину, ставите ее в улей, ставите вторую рамку с вощины, ставите ее в улей, а между ними ставите пустую рамку без вощины. Вот эти боковые направляющие, вощинные, так скажем, они будут служить ориентиром для стройки чистого сота без вощины. Также вместо рамки с вощиной можно поставить просто уже свежеотстроенный сот. Следующий способ, которым планирую пользоваться я, заключается в том, что... Сейчас я тут покажу. Ну, тут не будет наглядно. Ну ладно, вот. Верхний брусок, вот этот вот, у него будет не прямая, вот эта сторона, а загнутая под углом 45 градусов. И также вот этот... Вершина вот этого треугольника, она смазывается воском, что тоже задает направление для отстройки сотов. Потому что если вы поставите в улей просто какие-то рамки, голые такие палочки, то пчелы начнут тянуть соты так, как им удобно. А это будет неудобно вам. Они их поставят все наискось. То есть будут использовать свой улей, если он квадратный, как ромб. То есть вам это будет абсолютно неудобно. Поперек рамок строить соты, потом это все надо будет вырезать. Кстати, сразу хочу заметить, что если вы используетесь без вощины, то обязательно помните, что если у вас предыдущий сот кривой, то следующий будет точно такой же. То есть равноту каждого последующего сота определяет предыдущий. Или следующий, который находится между ними. Потому что не получится у вас подстроить ровный сот, вы можете их отрезать, перерезать, но если он у вас предыдущий сот будет кривой, то и следующие всегда будут кривые, потому что пчелы ориентируются в своем гнезде на то, что они построили до этого. Так, давайте теперь поговорим о цвете сота. Смотрите, этот сот, в котором никогда не выводился расплод. В своем сотохранилище такие соты я буду откладывать в другое место. Позже я объясню для чего. То есть вот он, воск имеет вот такой вот беленький, приятный, светлый цвет. Смотрите, вот в этом соте уже выводился расплод. И очевидно видно, здесь расплод выводился буквально только один раз. Соты уже стали коричневыми. Потому что после рождения пчелы, все равно тоненькие пластинки, тоненькие коконы, в котором находилась пчела, они остаются в соте. И размеры ячеечки становятся немножечко меньше. И по цвету она тоже становится темнее, уже не так обильно пропускает, интенсивно пропускает свет. То есть вот сразу видно, что здесь были какие-то медовые запасы, здесь же было пятно расплодное. Также и с этой стороны. Ну а вот соты, в которых уже вывелось не одно поколение пчел, выглядят примерно вот так. То есть они уже фактически черного цвета. О том, как определить пригодность сота для дальнейшего использования. Вы просто берете свой темный сот, смотрите им на солнце. Если еще пропускает свет, значит еще можно на разок его использовать. Если уже не пропускает, то все. Такой сот нужно использовать только на перетопку и заменять его свежим, свежеотстроенным. Потому что в таких сотах пчелы выводятся мелкие. Следовательно, они несут менее жизнеспособны, приносят меньше нектара и хуже работают. И, естественно, цикл жизни их меньше. Кстати, возвращаясь еще к размеру пчелиных ячеек, я, наверное, не рассказал вообще о том, какие они бывают. Они бывают пчелины, трутневые и маточники. Вот как раз у меня здесь есть сот, в котором можно это все наглядно посмотреть. Я надеюсь, видно. Пчелиные ячеечки имеют вот такой вот маленький размер. В них выводятся обычные рабочие пчелы. Трутневые ячейки уже большего размера. Кстати, вот такие соты, даже если вы поставите вощину, в ульях со старой маткой пчелы очень любят портить вот эту вощину и в пчелиных ячейках встраивать свои вот эти вот трутневые ячейки. Конечно, этот сот уже старенький, но он довольно свежий, я его еще буду использовать. Если много трутневых ячеек, то это очень плохо. Сот тоже надо выбраковывать и заменять на новый. Маточники. Маточники, вот он, маточник. Здесь был маточник, вот здесь был роевой маточник, вот здесь, скорее всего, был, ну тут тоже роевой, не свищевой, а вот здесь был конкретный роевой маточник. Вот это пчелы выгрызают вот такую вот характерную дырку и оттягивают здесь вот такую вот колбасу. В ней будет выводиться матка, которую они кормят исключительно маточным молочком. Ну вот, я думаю, что с размером пчелиных ячеек разобрались.
и вообще кто в чем выводится. Сразу давайте повторим, что в маленьких ячейках, если вы видите, что они все маленькие, ровненькие, этот сот хороший, в нем будут выводиться только рабочие пчелы. Если вы видите в соте наличие огромных ячеек, то это ячейки будут рутневые. В них матка отложит неоплодотворенное яйцо, и всегда в большую ячейку матка откладывает только трутневые яйца, неоплодотворенные, из которого потом выведутся трутни. Ну и маточники, либо мисочки. Маточник тоже определить легко. Это вот такая вот сосиска, вырытая в выкушенном месте сота. Либо это роевой маточник, либо свищевые. Это просто в произвольном месте на пчелиной личиночке пчелы оттягивают точно такой же маточник, не выгрызая сот по кругу. Теперь давайте конкретно поговорим о подготовке сот к хранению. Потому что вот эти соты у меня здесь еще они на зиму не подготовлены. Я их просто здесь после сушки принес и расставил, и все. Потому что подготавливать я буду позже. В чем заключается подготовка? Если сот вот такой вот чистенький, беленький, медовый, я просто очищаю бруски, прополис, естественно, я собираю в отдельное место, в отдельную емкость, потом это очень ценный лечебный продукт. Все, все брусочки очищаются и складываются к точно таким же сотам. То есть вот эти соты нужно хранить отдельно от тех, о которых я сейчас дальше скажу. А отдельно хранить от сотов, вот таких вот сот, я не знаю, видно вам здесь или нет, но сот полностью заполнен пергой. То есть это перговые соты. Потому что здесь, например, мы можем откачать, часть ячеек все равно окажутся перговыми. Их можно, пергу либо можно отсюда взять, досушить и тоже использовать как лечебный продукт, либо перед хранением ее обязательно нужно законсервировать. Как производится консервирование? А консервирование производится следующим образом. Берется сахарная пудра, в количестве не жадничаем, в общем. Пересыпаются полностью все ячеечки перговые с одной и с другой стороны. И затем уже этот сот также очищается от воска, прополис собирается в отдельную тару и оставляется на хранение с точно такими же перговыми сотами. Потому что если его не законсервировать, он заплесневеет. Он заплесневеет 100%, потому что у меня уже были случаи, где я не консервировал ячейки, они плесневеют. И если рядом с ним находится другой сот, то он может немножечко попортить и хорошие соты. То есть мы поняли, что соты могут быть подвержены плесени. Это первое. Следующее, чему могут быть подвержены соты, это воздействие восковой моли. Это вообще зараза такая, она откладывает личинки, все они пожирают соты, портят их. То есть его использовать уже фактически невозможно. Как предотвратить появление восковой моли? Есть несколько способов. Первый способ — это химический. Можно пересыпать всякими отравляющими веществами, но я его не использую. Я использую такой более гуманный метод. Это метод сквозняка, так его назовем. Сейчас я объясню, в чем его суть. Восковая моль абсолютно не переносит сквозняков, поэтому и метод имеет такое название. А чтобы восковая моль более эффективно не переносила сквозняки, между рамками оставляется пространство как можно больше. То есть вот, допустим, вот так. Рамки подвешиваются, и между ними должно влезть еще полторы или две даже точно такие же рамки. В таком случае восковая моль не поселится здесь, потому что слишком будет большой сквозняк. Можно даже есть, вот у меня они всегда стоят напротив окна, можно даже выставлять окно, продувать. Ну, в принципе, зимой моль в таких условиях все равно вся погибнет, потому что здесь зимой все равно, что на улице. Следующая опасность – это грызуны. Этой опасности подвержены вон те мои самые нижние рамки, потому что до них мышам достать проще всего. Ну и понятно, единственная защита – это просто обтянуть этот шкаф прозрачной сеткой металлической с мелкой ячейкой, и все. И никакая мышь сюда не пролезет. Либо вот как у меня там здесь есть, просто подвешивать вот на таких вот высоких шкафах, или где-то под потолком. Там пчелам, что ж такое, там мышам тоже достать будет сложновато, да, сот? Ну что, наверное, это и все, что можно тут рассказать по поводу сот. Конечно, я мог кое-что упустить, кое-что рассказать не полно, но вы уж меня простите. Вот эти все рамки с сотами, которые вы здесь видите, это три яруса рамок. Третий вы тут внизу не видите, но он там тоже есть, я его показывал. Это все соты, не все, а даже еще, наверное, рамок 50 у меня не, сюда не поставлено. Это все, что было отстроено за этот год 10 семьями. Потому что в прошлом году у меня все было всего 2 улья, и я строил из гнездовых рамок буквально-таки максимум, по-моему, 10 штук.
потому что все остальное я отстраивал магазинные полурамки вот такие. То есть вот таких рамок я в прошлом году отстроил побольше. Точнее, не я, а пчелы их отстроили. А в этом году получилось вот такие шкафы. Естественно, здесь некоторые рамки старые, но значит вместо них поставлена новая отстроенная сота. Я не знаю, сколько штук, но вощины мне понадобилось в этом году, сейчас я вам скажу, 170 листов. 170 листов вощины мне понадобилось на 10 приобретенных пчелосемей, из которых, естественно, я еще делал отводки, но я все равно по методу цибро их объединял. Но все равно для них тоже рамки нужны, и они тоже оттягивали соты и вощину. Ну что, все, надеюсь, было интересно и полно, потому что впоследствии я, наверное, покажу уже полностью законсервированные соты, о том, как я подготовлю соты к зимовке. Потому что зимуют они у меня просто здесь на улице. И они не боятся мороза. Просто в мороз их не надо теребить, ничего с ними не делать, а то они становятся очень хрупкие. Они просто здесь стоят и стоят. В прошлом году никакая восковая моль у меня тоже не поселилась, потому что здесь тоже все время был продуваемый сквозняк. У меня с той стороны открыта дверь в сарай, а с этой стороны через окно тоже очень хороший был, тянуло сквозняк. Конечно, если вам некомфортно, у вас под чердак не утеплен, то в доме может стать довольно холодно при постоянном ветре. Но у нас ничего, у нас все было хорошо. У нас было холодно и так, и без ветра. Так что, наверное, на этом все. Пока-пока.